Любите теплые ламповые прохождения игр, посиделки на стримах в дружеской атмосфере? Тогда я рекомендую вам канал очень обаятельной девушки, которая так же, как и вы, любит играть в игры. А еще на канале частенько проходят розыгрыши классных игр. Кстати, если вы прямо сейчас зайдете на ее канал, вы увидите розыгрыш Overwatch, GTA 5 и Conan Exile на 5000 подписчиков. Ребята, огромная просьба, давайте нагоним 5000 подписчиков Вере. Заинтересовало, все ссылки в описании ролика. Глоток новой карты. Глоток свежести. Happy's Island. И здесь где-то пайпуха прозвучала, поэтому я стартанул запись, но ее сейчас нету. Где вы с пайпой стреляете, мистеры? Так, я сейчас хочу... Знаете что? Я сейчас хочу... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что такое? Что такое? Что за заманухи? Три пайпы, что ли? Трех мутят. Три пайпы. Нифига себе! А кого они тут ушатали-то? Так, мне нужно грибочки где-то поесть здесь. Вышел, пришел, минус 3 дал. Ребята, ставим лукасы. 2500 лакасов, как обычно. Я понял. Тихо. Там живут. И зависший череп на барабане. Зависший череп на барабане. Сейчас я, наверное, полечу на хом. Или где-нибудь здесь залягу, чтобы уйти. Тихо. Я готов. Сколько у тебя там дверей-то? Занервничали. Воу-воу-воу-воу-воу! А это с глушителя кто-то наворачивает. Кто-то с глушителя наворачивает, вы слышали? И я слышал. Поэтому пора текать отсюда. Фух, отлично. Старвинг, можно сейчас еще, в принципе, улететь домой, похавать, а можно сейчас куда-нибудь убежать, залечь на дно и перезайти на сервер. Грибочка, ой, а, вон там соседний дом какой-то еще, и там рейдеры что-то рейдят, что ли, вон на крыше, 2-3 челика что-то мутят, ой-ой-ой-ой, да вы, я смотрю, вообще мистеры опасности. Сейчас, я думаю, где-то здесь перезайду. Сегодня мы попробуем порейдить на хаписе. Посмотрите вот на эту красоту, ребят. Кстати, ребята, важная информация. Прямо сейчас на сервере Расклаб 3 соло будет вайп. Я вот думаю пойти туда пострелять на луках. Хороший взрыв там был сзади. Думаю пойти пострелять на луках там. Поэтому заходите, ссылки будут внизу в описании. Расклаб 3 соло. Прямо сегодня был вайп. А я сейчас перезайду, наверное, на сервер и, может быть, постараюсь сходить на антирейд. И попробую даже где-нибудь вот здесь вот залечь. Ну что, ребята, поехали, приятного просмотра. У меня стрёмная броня. А, пацан, дари дерево, пожалуйста. Чё у тебя? О, норм по ресам. И тыкву похаваю, отлично. Теперь идем в сторону антирейда. Где этот огромнейший дом? Вот этот огромнейший дом. Пристройка у меня есть. Фундамент я воткнуть смогу. Но дело в том, что смогу ли я туда забраться на крышу? Там какие-то пацаки. Во-о-о-о, вы слышали? Так. Скилл год мод он. Быстрее. Что такое? Что это за мутки? Они внутри? Вы внутри или нет? Алло! Так, у меня есть Томпсон. И что тут? Куча бомжей с пампухами пытаются куда-то забраться. Ага, все, закрылись. Деревянную поставили штуку. Я не успел. Как они так быстро пробахали? Вот они там пробахали, поставили дерево.
И они уже там. Ну, суки, а? Подожди, а хозяина здесь не было? Опа-на. Подожди, ты хозяин? Братан, что с твоим домом? Братан, что с твоим домиком? Вы что, блядь, рейдите-то меня? Я, это я, Лего, я пришел только что сюда. Я только сюда пришел. А, я тебя. Да-да-да, вот кто-то рейдит возле тебя. Здорово. Я только пришел, их отогнал. А, Лего, здорово. Я их отогнал. Там где-то сверху с берданкой стреляют. У тебя есть чем застроить? Есть застроить чем? Нет. А что, вообще много лута было? Это я. Ну да, ага. Нормально так лута было. Блин, херово. Я тебе могу 4500 камней дать прямо сейчас, и дерево надо? Бля. Бери, забирай у меня быстрее ресурсы. Все ресурсы забирай, застраивай дом. Так, я сейчас пойду куда-нибудь в спутниковые тарелки. Чувак, вон вижу, какой-то ходит за деревьями. И от меня куда-то убегает. Куда ты убегаешь? Он пошел в кусты. Блять. Тихо. А что это было? Один там стрелял. Другой там. Понятно. Понятненько. Я дойду сегодня, нет, до... как бы до зимы. До спутниковой тарелки. Да как ты попадаешь-то? Что ты такой сильный? Это слишком сильно. Где ты, блин, а? Так, все вроде. Надо ждать теперь. Теперь надо ждать. Прилетает очень сильно. С жопы не зайдет? С жопы зашел. А теперь его надо рашить. Просто рашить. Где ты? О, бегать на дальние дистанции специально. Ёб твою за ногу. Да соси. Да чё он такой чёткий-то? Долго мы с ним будем стреляться или нет? Аптечку я заюзал. Все заюзал. Теперь буду сидеть тут. Карауливать этого чувака. Где он? Он уходит. Ну ё-моё, Томпсон, ну почему ты... Как к нему поближе-то подойти, а? Он заколебал. Так, грибочки сожрём. Грибочки обязательно. И как-то надо, может быть, поближе зайти, нет? Куда ты пропал-то? А ты где? Там кто-то еще с пулемета нагружает. А где парниша? Парниша? Вот. Заколебал ты со своими деревьями. Пожалуйста, помри уже. Фух. 8 хп осталось. Смотрите, что он творит, а? У него самого 2 патрика осталось. Жестко. Просто жестко. Жесткий пацан. О, конечно. Я думал, я берданку заберу. Так, уезжаем. 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 Улетаем, у меня 8 патронов. Как мне воевать с 8 патронов? Он один быстрее. Ладно, давайте, пацаны, я полетел. Кстати, хотите показать? Хотите, я вам покажу скалу? Вот она, ребята, вот она скала. И здесь живет сосед. Лютый сосед с калашом. Где он? В принципе, я зря с ним стрелялся. Вот, смотрите. Вон, соседушка там живет.
Здесь уже все ходы застроили, какие только могли. Я не знаю, почему у хейтеров так сильно бомбит, но они реально застроили все выходы наверх. Мало того, то, что они сделали вот здесь вот такую штуку, да? Так они еще и закрыли вот там вот, чтобы вы вверх не ходили. Внизу все обставили шкафами. А вот здесь они живут. Я хочу дойти до зимы и попробовать бахнуть домик какой-нибудь. Сейчас покажу. Оп, подожди. Если я запрыгну к ним на крышу, я покажу, они какую сделали прикольную пристройку. Кстати, если вы будете в следующей серии жить на скале, вот на этой, то строите вот здесь дом. Отсюда легко пристроиться сюда, отсюда легко зайти сюда. И здесь можно жить. Видите, это их дом. Это их дом пациков каких-то, и они здесь живут. Очень достаточно прикольно. Здесь, конечно, можно все бахнуть, по идее, попробовать посмотреть, что там, но, наверное, не будем. Что здесь бахать-то? Здесь на что? На одном фундаменте все стоит? Здесь стоит все на одном фундаменте приклеенное. Вот как-то так. А еще осталось отсюда слезть? Было бы вообще нормально. Воу! Все, я полетел. Сейчас покажу, как со стороны выглядит этот дом. Вот так вот он выглядит, с окошками и прочей херотой. Играем против Леги. Как они поймут, что это сок и Лего? Давай слово скажи. Все, будет классно. Я буду говорить, это кто там отдать. Давай. Ну капец, быстро нам. Да что за соседи, а? Что за соседские гады? Где вы, а? Вы затрахали уже. Во! Это я понимаю. Смерть соседям. Подожди, а где чё? О, спасибо. Во. За рисики спасибо. Так, у этого что было? Что-нибудь было? О. Спасибо. О. Хорошо, и покушать можно. Так, ну я пойду, нет, сегодня в этот, как его? Я пойду сегодня наверх-то. Так, это не надо. Не надо. Это заберем. Это заберем. Ну все, я думаю, сейчас пойду в сторону зимы. И, наконец-таки, что-нибудь, наверное, пойду искать себе под рейды. Хотя уже онлайн на 140 человек. Вспышку я уже всю просрал. Я думаю, что уже не варик. Давайте, ребят, пройдемся и посмотрим на эти красоты под скалами Хаписа. Здесь же уже появился проход. Время как раз поздно. Нифига себе, минус 32. Нужно раздеться. Это очень холодно. И смотрите, сейчас посмотрим атмосферу всего происходящего. А мы сейчас... О-о-о. Вы слышите, прям как басит все. А дальше что, света нету? А, вот. Я иду в полной кромешной темноте по шахтам. Знаете, что мне это напомнило? Мне это напомнило дурацкую игру под названием Outlast. Я точно помню, что где-то направо куда-то все дребезжит, все трясется. Я хоть правильно иду, нет? Ё-моё. Я чувствую, зря я пошел ночью, да? Ну-ка. Во, подожди, это вниз, да? А наверх куда уйдет? Где проход-то? Вон он, проход. Все нормально. Я прям вижу так в темноте такой отголосок синего света. Смотрите. Офигеть. Вы, наверное, ни хрена не видите. И я тоже ни хрена не вижу. Но я хочу пройти этот туннель. Надо было пойти днем. А почему? Почему нельзя было сделать лампочки? Где я? Лол. Я нашел 8 труб. А это не проход, что ли? Это не проход, здесь лежит 8 труб. Нормальный такой лутик. Это на самом деле реально нормально. А теперь я не понимаю, куда иду. Вот. Сейчас мы вернемся обратно. И, наверное, будем ждать утра, потому что я ни черта не вижу. Там еще кто-то стреляется. Ага, вот свет. Если я повернул направо, там, короче, ящик респается. А если я пойду сюда... А там, по-моему, будет проход, я надеюсь на это, да? Нет. Тут ящик.
Ё-моё, здесь есть лут. Блин, это не тот проход напрямки, что ли? Ой. Ладно, сидим, ждем день, утро. И посмотрим, куда мы сможем пройти. К сожалению, ребят, это не та пещера с прямым проходом через скалы. Это просто пещера с лутом оказалась. Я и говорил, здесь очень много новых пещер, поэтому хрен поймешь, что где, куда, кого. А в этой пещере, в которой я сейчас побегал, как вы видели в темноте, оказалось только два входа и два выхода. Тьфу ты, блин, один вход и всего лишь два разветвления. В этих двух разветвлениях лежали два армейских ящика. А, там еще бомж проходил по пещере, я его убил. А, металлические трубы выпали, получается, и четыре листовых металла. То есть на хаписе я считаю, что очень легко играть и добывать ресурсы. Даже в тех самых пещерах, когда ты бегаешь и исследуешь, ты можешь на изи себе намутить ресурсы. То есть где ты живешь вот в жопе, в верхней части карты, живешь там и собираешь ресурсы. Ходишь в пещеры, добываешь рядом порт, который вы видели рядом со скалой. Вот он слева вверху по карте, смотрите слева, выше маяка левого, повыше. Вот. Там находится порт. Вы в этом, на этом порту добываете всякие микросхемы, компоненты, бродите по пещерам, там тоже добываете микросхемы. Просто люди спрашивали, где здесь добывать всякие металлические трубы или еще что-то. Вот, в принципе, и было решение. Ладно, моя задача сейчас дойти наконец-таки до зимы. Я хочу дойти до спутниковой тарелки, она находится прямо по центру, и посмотреть, что там творится. И сделать там сет-хом, и уже туда я смогу свободно летать и перевозить свои 8 ракеток. Я уже практически пересек горы. Смотрите, что я увидел. Просто дом, который нахрен зарейдили. Реально зарейдили. Ну блин, зачем вы рейдите чувака, который просто за горами где-то живет? Вот у него даже чешки торчат. Что, у него там лут есть даже или нету? А я могу его убить? Нет, я его не могу убить. Короче, его зарейдили прямо в лут. Получается, что сверху... Вообще, как я появился сверху, если вы смотрели стрим, мы там зарейдили дом и ставили сет-хом. Сверху, получается, я забежал в пещеры. В пещерах ничего нету. Хапис вообще классно исследовать, это что-то новое. Тут постоянно... Эта же карта не изменяется, поэтому ее интересно исследовать, чтобы смотреть, что в ней находится так или не так. Я, наверное, сейчас где-то сет-хом просто поставлю, такой, тестовый, для того, чтобы вдруг меня сейчас убьют, я не вытерплю опять столько бегать по горам. Вот, кстати, видите, в горах ищите животных. Они почему-то добегают до гор и багаются, и встают. Не знаю, что это за проблема такая. Видите, здесь тоже появился завод, раньше его здесь не было. Вот, спутниковая антенна, про которую говорили, хотели всегда там делать какой-то хороший лут, и все. Теперь еще и появился завод, который тоже можно лутать. То есть много-много нового. Set Home 5. Все, Set Home 5 есть. Давайте я его апгрейжу на всякий случай. Вдруг его сломаю, это не будет Set Home. И уже какие-то вон бегают пацики. Причем, по-моему, они с оружием. Давайте, типа, я его не видел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А это глушитель. Я могу улететь... Так, что будем делать? Будем ждать его, что будем делать? Вот так вот будем делать. Так, он куда-то убежал. Друзья, вы чего? Я пришел сюда, никого не хотел трогать. Убил какого-то бигбира. Я даже был без брони. Лол, а что я броню-то надел? Стец, они ни разу по мне не попали, я был без брони. Отличные ребята просто вообще. С калашом. Да ладно. С калашом пацаны ходят. Вообще нормальные ребята. С калашом и с глушителем и фонарем. Четко, четко. Так, сейчас буду здесь строить. Блин, опасные ребзики были, опасные. Сколько у меня? Минус 11. Вот поэтому я не люблю зиму. Я забываю, что здесь вот такая жесть происходит. Огромные дома. Вот зима мне здесь всегда нравилась. Это одни из самых богатых людей живут на Хаписе. Волк. Волк, не надо.
Волк не надо. Пойдем, пройдем чуть дальше. Посмотрим, что к чему. Ну, наверное. Сейчас пойдем туда чуть правее, посмотрим, что на антеннах. Главное, тут нужно аккуратно очень. Реально аккуратно. Здесь могут просто убить и даже не моргнуть. Тут в каждом доме есть как минимум Томпсон и Калаш. Как минимум. Здесь это все легко добывается. Раньше антенны считались самой богатой точкой для поиска лута. Это до как бы вот этого апгрейда Хаписа. Вот это было классно. Сейчас, конечно, можно везде все мутить. Но все равно. Так, ну все, вроде все чисто стало. Вроде все чисто. Сейчас тогда я буду здесь ходить, поискивать дома какие-нибудь для рейда. И, наверное, что-нибудь бабахнем уже. Ну вот этот можно, кстати, бабахнуть. Почему бы и нет? Или я даже не знаю какой. Но вот этот какой-то вообще простой дом на самом деле. Реально простой дом. Надо спросить, есть там кто дома? Если нет, тогда понятно. Понятненько. Это горный дом, который мы будем сейчас руидить. Но мне нужно к нему как-то подстроиться. Я сделал здесь кибиточку. Как говорится, поехали. Еще раз повторюсь, ребята. Сегодня был вайп на сервере Rust Club 3 соло. Все соло игроки. Заходите сейчас играть в Соляныча. Пока не поздно. Так, ну что, поехали. О, здесь можно замутить. Так это тогда вообще изи. Так, да это изи. Вот так. Нет, не в эту сторону надо было. Ну ладно. Попробую допрыгнуть. А, изи. Это изи. Классная кибитоска, да? Смотрите, как красиво выглядит, пока мы еще не начали стрелять. Офигеть. Смотрите, какой огромный дом. Вот это красота. Красота-то красота. А куда бахать? Я, наверное, пойду на самый верх. Пожалуй, я пойду на самый верх. Тихо-тихо. О, а здесь еще и можно упасть. Так, а что мы, и что же мы здесь делали? Короче, тупо по центру. Подожди, а дом-то вообще где? Дом у него где-то здесь вход. А нет, вот там вход. Здесь был вход. Отсюда он тупо входит. Здесь у него все в буферках, да? Вот это все. Вот это вот все. Короче, вот это все буферки, да? Да, это все буферки. Отлично. Ну, где-то, наверное, вот эта часть буферная. Вот это у него тупо все входы. И почему-то... Видите, какой-то треугольник железный. И круг недоделанный. Предлагаю либо бить в круг, либо бить вот сюда. Поехали. Наверное, лучше и пенить в круг. Если я сейчас сделаю пару выстрелов, начнется жопа. Поехали в круг, так в круг. Я взял еще с собой бобовые гранаты стрёмные. На всякий случай. Я уже прям предвкушаю, как люди идут сюда. Просто предвкушаю, как они уже здесь. Мне отсюда будет потом легче выбираться, наверное. Надеюсь, да. Отлично. Рейд-блок. Мы можем, по идее, отсиживаться потом. И что мне это дало? И что мне это дало? Мне это дало, по ходу дела, то, что мне нужно будет ехать домой за лестницами. Потому что я здесь-то ничего не поставлю. Понимаете, что я здесь не смогу выбраться наверх? Здесь все в треугольниках. Как бы здесь-то я смогу. Не проблема. А дальше-то мне что делать? А дальше сосать бибу получается. Ладно, уходим. Я думаю, что ракеты я сейчас закину в дом. Пойду улечу. Возьму лестницы. Я не ожидал. Такого, сука, я не ожидал. Пришлось засухариться, ребят, здесь немножко. Потому что здесь были челики. Я вот здесь открыл дверь, они уже вниз убегали. То есть они пришли, прочекали, поняли все, что нормально, и ушли. Понимаете, ребят, как нужно рейдить? Короче, я понял, как нужно рейдить. Это вообще изи. То есть вы, допустим, пару ракет стрельнули, потом просто не стреляете и все. Сидите, ждете. Ой-ой-ой. Дальше поехали. Главное, чтобы они услышали пару выстрелов и потом не понимали, откуда что происходит. Подожди, а я куда пошел-то?
А я пошел куда? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, можно запрыгнуть, пожалуйста, вот сюда? Спасибо. Ну что, поехали дальше, Рэйди? Это мы все сломаем. Главное, чтобы меня не спалили, потому что я здесь такой жестью занимаюсь. Ну и что, дальше будем стрелять тогда? Тихо. Что за... Ну вот здесь вот... Здесь уже нихера непонятно. Лестница у меня есть? Лестница у меня есть. Здесь уже... О-о-о, подожди-ка. Пока вроде никого не вижу. Здесь непонятно на самом деле, куда вообще бахать. Здесь все из металла. Он просто не успел сделать металл. Ладно. Здесь буферка по-любому. Короче, вот где-то вот сюда, наверное. Или туда. Наверное, скорее всего, надо было по центру. В ту сторону надо было бить. Вот в эту. Хотя хер его знает. Там тоже буферка получается. Здесь везде буферка идет. Там вход, здесь жопа. Здесь жопа буферная. Отсюда в жопу, считай, никак не постреляешь. Ну же. Ну давай, пли. И что у нас тут? Двери. Что, за бобовками идти, что ли? Опа-на. Ящики. Ящики. А тут разницы бы не было, походу, дела, куда бы я стрельнул. Аккуратненько. Ящики здесь. А-а-а. Ну вот я про что и говорил. Вот здесь его центр. Здесь... Бинго! А здесь лутовая. 42 тысячи камня. Ё-моё. Подождите, а я если туда упаду, что делать будем? Будем вот такие вот штуки мутить. Если я сейчас туда упаду, вот это выкинуть, это выкинуть, это выкинуть. Это выкинуть получается. О-о-о, да. Там еще одна лестница у него есть. Поэтому не страшно. Так, я сейчас нужно срочно все перенести, а потом сюда опять прийти. Еще одна базука. Еще вот такие вот штуки. Все, поехали. Не будем жадничать. Быстро переносим и уходим. Просто быстро. Главное не жадничать. Унесли? Унесли. В ресурс ящик все положили? Положили. Ребята, правило не жадничать. Поехали. На самом деле здесь неплохо лута. Очень даже... 8 ракет? Я что-то не раздуплил. Я что-то не раздуплил. 8 ракет было, я по идее столько же и потратил. Так, поехали обратно. Надо сейчас похиляться. А я забыл дерево взять. Дерево взял. Я же выкинул план постройки. Так, план постройки. План постройки есть. Опа-на. Опа-на. Кто-то ходит возле дома. Кто-то ходит возле дома. Конечно бы открыл дверь, но если меня убьют, я не смогу закрыть, и все, это хана. У меня только здесь set home. А у меня только здесь set home, пацаны. Поэтому поставлю-ка я здесь спальник. Это надо было сделать сразу, конечно. Но можно и попробовать отсидеться. А можно попробовать и помереть. Но не-не-не, топают. Я же слышу, они топают. Топают и, по ходу дела, по моему дому топают. А мне на хом увезти сколько осталось? Хом 2. А, я уже могу увезти на хом. Так я сейчас увезу ресурсы. И приду с ними стреляться. Почему бы и нет? Чё, полетели? Ну чё, едем забирать остатки? Поехали. Опять супер пристройка. Я, наверное, отсюда попробую зайти. О, нормально. Так, вот так, пожалуйста. Все. Они, короче, сюда приходят, а пристройку-то я ломаю. А додуматься взять дерево у них нету, конечно же. Очень печально. И они не могут понять, здесь рейд или не здесь рейд.
Ой, вообще, лол. И тем самым я спокойно рыжу, и никто меня не трогает, а это самое главное. Вот, я убираю за собой следы, и все. Идите в баню. Нифига себе, по ковру можно ходить. Здорово, пацан. О, у тебя здесь неплохо, да? Тебя здесь неплохо, я вижу. Так, броники заберем, патроны заберем. Это заберем, это заберем. А этот револьвер заберем, потому что он с обвесами. Здесь ничего нету. Далее, что там у тебя оставалось? Нет чего-нибудь? Вот это сюда тоже сделаем. Классно. А можно залезть на лестницу, пожалуйста? А, это как? Ага, я понял. Подожди, а это может быть не из-за него или из-за него? Че, лапами не пускает? Да убери ты своего медведя! Прикиньте, меня лапа не пускала. Я уже сейчас бы припотел бы. Еды возьмем. Болтовки возьмем. Вот это все возьмем. Лестница еще одна есть. Нитки есть. Это сюда. Здесь что-нибудь осталось? О, это мы возьмем вместо еды. Вот так вот. Ну и в принципе, ребята, все. Сейчас я дозабираю здесь все, уже без серии. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Это был Happy Silent. Первый сервак. Кстати, красивый дом зарейдили на самом деле. Но никогда не стройте дома на скалах. Потому что от этого нету никакого толку. А так-то, конечно... Дом очень красивый. Так. Ну, можно еще... Ну, он похож на какой-то этот. Похож на какой-то паром или еще что-то. Ну что, ребят, всем пока-пока. 2500 лукасов и следующая серия.